Спался. Вот Маша, едем сейчас на какой-то фрик-парад, если он работает. Маша, привет! Ого, кокос упал, это Дианка сбросил. Где, где? Айлова Рамболь надо ехать. Айлова Рамболь надо ехать. Куда? Там можно посмотреть, как осуществляется ремонт. Нет, зайчик, не вижу. Дианочка, как всегда, сама себе сейчас как канатик сделает. Проскочил. Мы туда, мой френд. Я не на закатку. Фух, вот так приезжают без платы. Ну, что-то как местные, правильно. Ой, блядь, начал лимонад. Туда или не туда, ребят, непонятно. Жара такая стоит. Участвовать можно. Во фриках. Фриковатые. Я хотела мундир одеть со свадьбы, помнишь те? Я не нашла пчелку. Тут же тема пчел, ой, это насекомых, что-то такое. Я думаю, о, очки же валяются эти с пчелками. Одену. Что-то перерыла, не нашла. И не там. Это канал, ребят, Серегин день. Подписывайтесь на его канал. Он так и называется, Серегин день. Да, как дела? Хорошо, ты что, парад? Тут, говорят, фрик-парад какой-то, да. Уже начался, что ли? Давай. Люди все спрятались под навесом. Может, надо туда заходить зачем-то. О, и это здесь. Все здесь. Женя. Женя. Здрасте. 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 Дилер одноразок. Вот, дилер одноразок. А, хорошо. Так, куда? Давай не уходим. Дилер одноразок. Здрасте. Привет. Самый главный фрик на параде. Ага. Ух ты, вот кто идет, смотрите, Человек-паук. Привет, Человек-паук, как ты стал? Прикольно. Значит, с цветочками, Человек-паук. Какие-то цыганские наряды еще присутствуют. Удар слабо так. Спасибо за информацию. Да. Нет, полиции тут. А в прошлом году тоже
Здесь кучка, да. Защищенная птица. Ну, по крайней мере, там кучка была там на улице. А сейчас вот там все. Стойте здесь и не пить. Понятно. Поняли, ребят, наши подписчицы, вот опять подошла, поговорила. После омлетика решили заглянцевать вредной едой. Ух, какая еда. Намасте. Может, перчика взять? А это картошечка, да? Не, ну один лучка, наверное. Ой, сам звук. Чай possible, да? Ты хэм чай, да? Валь чай, плиз. Чаечка, ребята, сейчас еще возьму. Ага, сэндвич. Ван, I try, maybe потом. Капа по ек. Ек. Поиграли. Я не снимал, мы тут очень много чего ели. Кстати, на белых таксисты быкуют в основном. Чуть-чуть встанут вот так и не разрешают никому ехать. Заднего не хочет знать. А, на белой был. Чтоб дома в холодильнике лежал. Да? Смотри мне, один мне, один тебе. Там, правда, еще едут наряженные люди, сейчас на фрик-парад сейчас проезжали. На закате, наверное, будет. А что-то уже надоело что-то, да? Thank you.
2024 год. Надеждин. Отменили все надежды. Отменили, запретили участие в выборах. А мы с Дианочкой едем в Грантик. Я не разделяю этого позитивного настроения. Тут мусорка ездит по одному. По одной стороне. Собирает мусор. Мы с Дианой поспорили, что он его будет сортировать потом где-то вместе в одном или не будет. Будем смотреть, куда он поедет. А тут своя атмосфера. Видели, здесь вот это клацают, как будто делают что-то вкусное. А тут мы с Дианочкой очень любили лилипоп. Лолипоп. Вот, знаю, вот. А, нет. Сейчас он развернется. Ну да, вот тебе и вот. Потому что здесь сейчас экстренная выброска всего. Это лучше, чем там сортировать. Они поняли, что сортировать хуйня, походу. Все, все сортировочные заглохли чуть-чуть, да. Не, ну а что, почему бы об этом не поговорить? Нет. Что имеет под собой? Зай, нет, подожди. Факты имеют под собой. Мы видели, куда мы сдавали с тобой пластиковые бутылки. Видела? Там же пластиковые бутылки, они их сортируют. И в другом месте, где мы ездили первый раз, мешок с мусором сдавали, там тоже они сортируют, там даже видно и пластик, и стекло. Сортируют же, сортируют. Ну, то, видимо, одна фирма, которая сортирует. А эта фирма, которая все вывозит. Ну, а что ты меня, ну, доводишь? Зачем ты так себя ведешь? Плохо. Ты первый раз так себя ведешь, и никогда себя в жизни так не вела. Давай, сказал. Ты напьешься, мне надо. Ты и так уже мозги, он выдумываешь сюжеты. Деменция. Давай бабки, блядь. Да. Когда вот, знаете, не за что, не за чем мозги поебать. Я ебет, черт знает о чем, ребят. В смысле, черт знает о чем? Ты хочешь синьку купить? Да. Балда. Чекунца. Зачем? Потому что ты довела. Хочу выпить, чтобы тебя не слышать, твой бред. Ты приезжаешь скоро, тебя что-то заебало, и я все для этого делаешь. Начала сегодня с утра. Качество. Ничего я не начинала, ты просто моросить начал. Ничего не моросить. Они туда выводят. Я и с тобой потом сижу, и просто разговариваю, а ты начинаешь моросить. А ты вот не отказ. Тебе с любым товаром в Индии, в Гуа дадут качественный, крепкий пакет, который можно потом использовать еще всю жизнь. И они такой пакет дают, чуть ли не на зубочистку купишь, тебе дают такой пакет. И вот да, как-то где же эта борьба? Государственная, экономическая против этого всего. Только на словах. Поедем развернемся опять. Не, наверное, я придумал опять. Это я опять фантазирую.
На батарсиде. На батарсиде будут моторы. Да? Дальчик. Эх, пранскарий. Чиген, какой-то чигенталец. Ты охуев. Не нужен батерчиген. О, а райс. Райс. Вот это одну можно было на двоих. Ребят, гляньте, батерчиген. Ёбнись, а сколько здесь батерчикену наложено. На меня не оставил положительного впечатления. Я Диане говорю, что тебе здесь нравится? Ты что, прикалываешься? Ну, есть еще фишталь вкуснее где и что-то еще. Она говорит, мальчики. Мальчики, да. Простуда, ребят. Люто. Блять. Пизда, блять. Коконат как раз. Нету ни воды, ничего. Возьми, пожалуйста, это пару коконатов, наверное. Ром, куда мы?
Бля, детский сад, что ли, сюда приводили? Тут какой-то индийский был праздник, походу, видишь? Товарищи дети, извините, сори, мне туда. Будем понимать, событие связано, видимо, хозяин кафе дружит сильно с администрацией, со всей темой, и надо было детям туда прийти, и, видимо, чтобы они кайфанули. Что-то произошло, поели, может быть, каких-то сэндвичей, выпили кока-колы, как бы внесли вклад в экономику Индии, в благое дело, государство. Ну, а они, в свою очередь, и флаг красивый здесь, они, в свою очередь, позволяют им гопотеть нон-стоп 24/7. Я думаю, так. А это же у нас, ребят, волейбол, чи как его? Я сильно не разбираюсь. На закате дня. И девочки, мальчики, любители. Дядочка моя очень любит, умеет, практикует. А мне не зашло. А так-то все классно у них получается. На этом чудном закате. И вот моя малая приближается. Так вот, 8 февраля 2024 года в Арамболе. Ребят, Кришна, Кришна. Вот Кришна, Кришна, ребят, Кришна, Кришна. Много народу, мало кислороду. Каждый сам себе отдыхает, как хочет. Ну, слышишь. Кого? Слышишь. Там меня нету. Да я не включаю. Да я не включаю. Ты будешь нести? Давай, ты отключила свой патефон? Подключи, значит. Хуйней не занимайся. Можно постоять после. Нет у меня тут Roman Base, зай.
встречает вот так вот арамбольчик закат. Я его называю встречают, а не проводят. Прикольно, посмотри на, поснимай. Какая картинка, да, видно все. Посмотри. Thank you.
А что она перестала играть?